60-летний юбилей отмечают следователи Министерства внутренних дел России. Раскрытие преступлений, разоблачение преступников, ограждение общества от преступных посягательств – таково было и есть трудное и ответственное назначение органов предварительного расследования нашего государства. На сегодняшний день следователями ОВД Приморского края расследуется более 80% совершаемых в крае преступлений. В 2022 году окончено более 4500 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечены 4519 граждан. В Рио начальник следственного управления Дмитрий Филиппов поздравляет коллег с юбилеем и отмечает их нелегкий труд по борьбе с преступностью и укреплению правопорядка в нашем крае. Наша служба всегда была и остается одной из наиболее сложной, требующей высоких профессиональных и моральных качеств. Меняются условия работы, сменяется поколение, но остается неизменный высокий профессионализм следователей, стойкость и преданность своему делу. Спасибо, коллеги, вам за ваш труд, понимание значимости поставленных государством задач, стойкости духа, достижение новых успехов на профессиональном поприще и семейного благополучия. Оценивая сделанное следователями органов внутренних дел Приморского края за минувшие годы, можем смело утверждать, что эта служба на практике доказала свою способность выполнять на высоком уровне задачи, возложенные на органы предварительного следствия в системе МВД России. Анна Дьякова, новости на Восьмом.